Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 8 июля 2024 года. У нас тут Брюс пришел. И сегодня наши красавицы Услада и Харизма нашли себе новую семью, любящую, заботливую. Поздравляем девчонок с приобретением нового дома. И через неделю после того, как будет проведена операция по кастрации, девчонки уезжают в новый дом. В Санкт-Петербург к любящим и заботливым родителям. Выбрали девочек именно компании в одну семью. Поедут парочка. Именно выбирали взросленьких. Этим девочкам уже по 2 годика. Потому что родители работают. У них нет возможности и времени ухаживать за маленьким щенком. Плюс в доме есть кошки. 4 кошки. Взрослые тоже. Но у маленького щенка кошка без присмотра, мало ли что, тоже может и царапнуть, и обидеть. А взрослые наши собачки выросли уже с нашим котиком Мейкуном. Знают, что к котикам приставать нельзя. И поэтому, собственно говоря, это отличный выбор. Давайте поздравим девчонок. Вы Брюса боитесь? Посмотрите, дрожат. Брюс вас не съест. Поздравляем девчонок с приобретением новой семьи. У нас сегодня дождь, поэтому мы прячемся на крылечке. Увидимся с девочками еще в течение недели. Они будут жить с нами после кастрации. И только потом увезем их с доставкой на адрес в Санкт-Петербург в новый дом. Девчонки, поздравляю вас. Наконец-то девочки нашли себе любящую и заботливую семью. И будут жить вместе в одном доме.